Всем привет! В рамках программы по цифровой трансформации в группе компании «Арсенал недвижимость» было завершено внедрение программного комплекса, нацеленного на повышение качества работы инженеров технического надзора. Если ранее сотрудникам приходилось носить с собой листы формата А1 с планами, отмечать на них места обнаруженных замечаний, делать фотофиксацию на сотовый телефон или фотоаппарат и вечером в офисе формировать подписание, то теперь достаточно взять с собой любое электронное устройство, будь то планшет или сотовый телефон, на который в программу подгружены все планы. На них отметить место обнаруженного замечания, одновременно произвести его фотофиксацию и сформировать групповое предписание, тем самым сэкономив значительное количество времени. Посмотрим, как это выглядит в деле. Сейчас инженеры на местах, на объектах фиксируют все замечания прямо в систему, прямо в настройки на планшет, привязывают туда фотографию, все это попадает в общий список, где доступно уже как подрядчику, так и руководителю проекта, так и высшему руководству. Вся эта информация собирается, аккумулируется, и уже руководство на ее основании может принимать решение. Тем самым мы повышаем эффективность, повышаем оперативность, донесение информации от инженеров, от руководителей, от инженеров, подрядчиков, от субподрядчиков, до руководителей проектов. То есть все в системе взаимодействованы и быстро и оперативно получают информацию.